Доброго времени суток, дорогие гости. Boston Technic снова с вами. Ребят, вашему вниманию представлен трактор МТЗ-82.1 с передним усиленным балочным мостом. Обратите внимание, данный трактор с передними расширенными колесами, с увеличенными. Задние колеса классические, стандартные. Трактор оборудован компрессором завода. Двигатель установлен классический D243. Без турбины на 82 лошадиные силы. Давайте пройдем к навеске, посмотрим, какой комплектности навесное оборудование. Навеска также классическая, имеется поперечная, прицепная серьга, имеются прицепные удлинители, центральный винт. Баки установлены уже пластиковые. Повторюсь, трактор, ребят, совершенно новый. В эксплуатации не было. Вы будете первым обладателем данного трактора. Первая запись ПСМ будет также вашей. Трактор прошел техническое обслуживание. Первое ТО делается после 30 моточасов. Согласно регламенту, согласно заводу. Давайте пройдем в салон. Так, ребят, салон классический. С 23 года стали устанавливать уже панель нового образца. Такая же панель устанавливалась ранее на моделях МТЗ-12-21, 15-23. Здесь также все по классике. Обратите внимание, трактор весь в пакетах. Распаковку данного трактора будете производить уже вы. Ребят, приезжайте. Мы находимся по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. Трактора новые есть, как с балочным, так и с портальным мостом. Имеется много техники с наработкой.